Привет. Сегодня мы вам покажем самую, как сама раскрывается дверь в Майнкрафте. Для этого надо редстоун, вот это, там стики пистон. Вот это слабо. Потом, ну, вот это. Потом вот это. И еще что? А. И вот это. Так. Значит, делаем вот такую вот дырку. Так вот. Эта дырка делается вот так вот. Хотя еще нет. Попроще просто поставить сначала вот сюда пистон. Так вот. Потом это сломать. И с другой стороны тоже так же. Оп. Потом поставить так. Вот так вот. И это еще не готово. Сначала, то есть потом, ставишь вот этот редстон торч, камень и редстон. Можно еще вот так вот сделать. Стоп. Давай. Когда правильной стороной. Папа-рыба. Давай. Вот теперь продолжаем. Делаем так вот. Оп, ну давай вот сюда. Оп. Пи. Ну, так вот, утром. Так. Так вот. Тут сюда. Опять же вот такой вот делаете. Ну, можно сказать и все. Только, да, я забыла одну штуку. Такую вот штуку. И кстати, эту штуку. Вот так вот. Вот это сделано. Вот сюда, когда идешь вот на этим. Дверь открывается. Вот это можно еще вот так вот закрыть вот этим весь камнем. Вот так вот. Все можно закрыть. Ну, я думаю, вот это видео и все. И до встречи.
Thank you.